Управляющая компания «Аэропорты регионов» в Саратове занимается строительством нового аэропортового комплекса «Центральный». Из-за нахождения действующего аэропорта в зоне плотной городской застройки отсутствует возможность существенной модернизации взлетно-посадочной полосы и других объектов инфраструктуры. Поэтому было принято решение о строительстве нового аэропорта «Центральный» в 20 километрах от Саратова. На первом этапе строительства площадь пассажирского терминала составит около 23 тысяч квадратных метров с возможностью ее расширения в два раза. В аэровокзале, оснащенном тремя телетрапами, будут обслуживаться пассажиры внутрироссийских и международных рейсов. Взлетно-посадочная полоса аэропорта длиной 3000 метров будет способна принимать большинство типов средне- и дальнемагистральных самолетов. Это позволит привлечь в регион новые авиакомпании, повысить авиационную мобильность жителей и существенно расширить географию полетов. Первых пассажиров новый аэропорт Саратова примет в 2019 году.